I will voice the video in Russian with English subtitles. Sorry for the voice acting, this is new YouTube requirement. I wish you pleasant viewing. Первый трактор Oil Pool Rumley был испытан в 1909 году, и машина стала известна как Керосин Энни благодаря своей способности сжигать это топливо. Большинство из них были тяжелыми тракторами, приводимыми в действие так называемым двигателем Hot Bulb, предназначенным для сжигания всех марок керосина при любой нагрузке. Сам же двигатель был одноцилиндровый или двухцилиндровый. Завод Ланс в Мангейме, Германия, производил паровые двигатели и мотокультиваторы, прежде чем производить знаменитый трактор. Производство началось в 1921 году, и различные версии бульдога были выпущены до 1960 года. Ланс был приобретен компанией John Deere в 1956 году. Никола Жозеф Кюньо был французским изобретателем, который создал первый в мире полноразмерный и работающий самоходный механический наземный автомобиль. Автомобиль весил около 2,5 тонны и имел два колеса сзади и одно спереди, где обычно были бы лошади. Максимальная скорость составляла 2,5 мили или 4 км в час. Техника Holt представляла собой серию гусеничных тракторов, созданных Holt Manufacturing Company, которая была названа в честь Бенджамина Холта. Обозначение номеров модели было в лошадиных силах или по весу. В 1911 году компания Holt представила модель 60 с 4-цилиндровым бензиновым двигателем. Бежевый трактор на видео был первым трактором Holt Caterpillar, импортированным в Австралию в 1914 году. Holt 120 – чрезвычайно редкий трактор, считается, что только три остались в Северной Америке, и все три присутствовали на национальной выставке. Название Ford Tractor уже использовалось компанией в Миннеаполисе, поэтому Генри Форд основал независимую компанию по производству тракторов под названием Henry Ford & Son. Опытные образцы трактора Ford Son Model F были завершены в 1916 году. Трактор использовал рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 20 лошадиных сил. Двигатель был во многом похож на двигатель Ford Model T. Как и многие двигатели того времени, он был способен работать на нескольких видах топлива. Обычно он был настроен на бензин или керосин, но алкоголь также можно было сжечь.
Titan 1020 был построен компанией International Harvest с 1915 по 1921 год на заводе в Милуоке, штат Висконсин, США. Около 80 тысяч моделей 1020 было изготовлено. Двигатель представлял собой двухцилиндровый горизонтальный агрегат, работающий на керосине, на ремне с двускоростной коробкой передач, мощностью около 20 лошадиных сил. Трактор Айагая А-22 был выпущен в начале 50-х годов. Его вес составлял 1711 кг, максимальная скорость была 20 км в час. Мотор – горизонтальный одноцилиндровый четырехтактный вихревой дизельный двигатель с испарительным охлаждением, впрыском Bosch. Коричневый трактор на видео был изготовлен в 1933 году и приобретен во Франции в 1934 году отцом Генри. Зеленый трактор был изготовлен в 1932 году в Кёльне, Германия, компанией Humboldt Deutz Motoren AG. Deutz MTZ-320 оснащался двухцилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением мощностью 36 лошадиных сил. Стив Грипп представлял собой трехколесный трактор с характерными стальными колесами с открытым рисунком протектора. Модель 1225 была создана после того, как General Motors приобрела компанию Samson Tractor и оснастила Стив Грипп двигателем GM. Эти модели часто называют GMC Samson. Двигатель четырехцилиндровый бензиновый мощностью 25 лошадиных сил. Mogul 1020 был построен на тракторном заводе International Harvest Company в Чикаго, штат Иллинойс, США, 1916 по 1919 год. Стоимость трактора на момент производства составляла $950. У этого трактора на видео было только три владельца. Двигатель одноцилиндровый, керосиновый, мощностью 20 лошадиных сил, с водяным охлаждением и двумя передачами вперед и одной назад. Модель D от DIR выпускалась с 1 марта 1923 года по 3 июля 1953 года, что является самым длинным периодом производства из всех двухцилиндровых тракторов John Deere. Более 160 тысяч было сделано. В середине 20-х годов фермер мог получить модель D примерно за $1000. Первая модель D каталась на стальных колесах. Более поздние модели D катались на сплошных резиновых шинах.
Хойке паровый трактор с лебедкой и опрокидывающимся плугом. Эта компания была в Саксонии-Анхальт, которая в основном производила паровые плуги до 1950 года. Официальное имя компании – А. Хойке Дампфлюг Локомотив Фабрик Гаттерслебен. В лучшие времена, в начале 20 века, завода ежегодно уходило до 24 механизмов. Запуск редкого трактора ОМ модели Т-240 1929 года выпуска. Двигатель одноцилиндровый, горизонтальный, с горячей головкой и смешанным дождевым баком для охлаждения двигателя. Компания Landini S.p.A. со штаб-квартирой Fabbrica Italia была основана Джованни Landini в 1884 году для производства сельскохозяйственной техники. Первые серийные тракторы были оснащены 40-сильным дизельным двигателем с калильной головкой, который представлял собой двухтактный одноцилиндровый агрегат. Pavesi – это инновационный итальянский сельскохозяйственный трактор, разработанный Уго Pavesi из Навары. Помимо того, что он стал первым итальянским полноприводным трактором, он представил и другие инновационные и футуристические решения, такие как большие колеса одинакового диаметра и двойная шарнирно-сочлененная рама. Макоми Гирин 1020 был построен компанией International Harvest с 1923 по 1939 годы на тракторном заводе в Чикаго, штат Иллинойс, США. 1020 были похожи на Макоми Гирин 1530, но были значительно меньше. Цена трактора на момент производства составляла $785. Двигатель четырехцилиндровый регулировался на 1000 оборотов в минуту и сочетался с трехступенчатой коробкой передач. Компания HSCS была основана в 1911 году как Hoffe Schranz Clayton Shuttle Werf, группа венгерских бизнесменов и британской фирмы Clayton и Shuttle Werf. Этот трактор на видео был оснащен двигателем с горячей головкой мощностью 35 лошадиных сил. Компания Avery была американским производителем сельскохозяйственных тракторов, основанная в 1891 году в Пеории, штат Иллинойс.
1900 году акции компании были оценены в 1 миллион долларов и продолжали расти до 1912 года. Модель 4080 Avery была построена с 1913 по 1924 год. Двигатель четырехцилиндровой керосиновой мощностью 80 лошадиных сил. Orsi Pietra Enfili, или просто Orsi, была итальянской компанией, расположенной в Тортоне, Алабама, которая производила сельскохозяйственную технику. Двигатели с горячими лампами были единственными типами двигателей, которые Orsi производил с 1930 по 1963 год. Компания Orsi обанкротилась 2 июля 1964 года. Трактор Testa Calda с двумя вертикальными цилиндрами, изготовленный шведской EVOS и продаваемый в Аргентине под названием El Sueco. Черный трактор на видео из провинции Санта-Фе и принадлежал братьям Лопес. Но второй источник утверждает, что трактор от Galvez. Итальянский производитель тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Модель UT4 была, вероятно, самым большим одноцилиндровым трактором с горячей головкой из когда-либо созданных. Имя компании Bubba полностью исчезло, став просто Arbus. Для запуска трактора Фельдмаршал в головку цилиндра вставляют тлеющий кусок специальной бумаги, содержащей селитру. Затем двигатели проворачивают с помощью пусковой рукояти. Система запуска картриджей также установлена на тракторе. Патрон типа дробовика загружен в казенник на впускной системе двигателя. Клеящая бумага помещается в головку блока цилиндров, а патрон начинает детонировать от удара молотком. Тракторы Ford N-серии представляли собой линейку сельскохозяйственных тракторов, выпускаемых компанией Ford в период с 1939 по 1952 год, охватывающих модели 9N, 2N и 8N. Более 530 тысяч единиц 8N были проданы по всему миру. Двигатель четырехцилиндровый бензиновый с четырехступенчатой коробкой передач. В
Фендт – немецкий производитель сельскохозяйственных тракторов и машин. Он был основан в 1930 году Ксавером Фендтом и приобретен AGCO в 1997 году. К 1949 году производство дизель-Росс F18 достигло 20 единиц в месяц. Модель F28 выпускалась с 1951 по 1958 год. Waterloo Boy представлял собой серию тракторов, построенных компанией Waterloo Gasoline Engine из Waterloo, штата Айова, США. Первый трактор Waterloo Boy был изготовлен в 1913 году. Цена трактора составляла $1050. Трактор был оснащен двухцилиндровым керосиновым двигателем мощностью 25 лошадиных сил. Thanks to everyone. Watch to the end.